Это был вот разовый, когда он словил туда. Может, кто-то наперед побежал и типа, его закрыл. Или точнее, он там сзади стоял, не знаю. Там на самом деле закрыть очень сложно. Там лужа гораздо меньше, чем она нарисована. Можно прям по луже хуярить, только подальше от центра лужи, и все нормально будет. Я вот сейчас могу стрим включить в Дискорде. Кому интересно, посмотрите, я буду прям по лужам бегать. Там типа прям на текстуру персонажа точно она меньше. Можно пару моментов? Первый вопрос. А может раздавака не ставить тотем на Агилу силу? Потому что у меня 90% боя не висит бафа. Он слишком маленький радиус. Из гора. Вот, типа, что он. Да так он перебивает тотем, сбивает. Ну у него сильнее тотем просто. Не, ну значит тогда не ставь. И второй момент, можно же, но он не будет откидывать каждый раз, когда выходят мобы, а только когда там будет критическая ситуация, потому что там стоят три этапы, он кидает откидывание и все. Я ходил вначале, нахуя откидывать, блять. Идет один моб, блять, два моба идет, блять, в этого босса, жена она откидывает. Ебанутый, что ли? Ему надо, чтобы он понимал, когда их надо откидывать. Может он не понимает. Можно тогда на минуту перекурить? Ладно, идите 5 минут покурите, все. Этот... Блядь, ты ебанутый же, наверное. Там просто, блядь, два моба идет босса, нахуй откидывает. Типа, зачем? Только мобы появились, два первых моба идут босса. Вчера их это... Если там, я понимаю, идет штук 10. Сразу, мгновенно, да, окей. Но, блядь, нахуя первый был? Это первый у него, второй у него. Это по поводу танков. Старайтесь немножко босса побольше на себя прыгать. Чтобы даже до хуя мобов дойдет. Можно было выкупить. То есть вы стараетесь, вот босс идете вот по этому, да? Старайтесь. Босса, возможно, немножко левее взять, когда босс будет здесь, следующий уже кто будет, он его опять больше было шанса, где маневрировать. А есть возможность, когда вы босса, ну, друг с друга дергаете, ну, чуть покороче делать дистанцию, чтобы он, ну, меньше шел? Блять, мы дергаем его на лужах, на косте, чтобы милики могли выбежать с луж. Там же лужа тоже примерно имеет рейндж. Ну, то есть, сам понимаешь, лужа появляется под боссом от милизоны. И вот это вот расстояние лужи, сколько есть лужа, надо, блять, его дернуть. Ну, опять же, это же все делается так... На глаз они, блядь, там точно миллиметр в миллиметр. Не, просто что хочу сказать, там получается так, что вы дергаете босса, и, допустим, часто там ханты, там Мозера подтвердит, какой-нибудь скилл выпускаешь важный, который, допустим, поддерживает там дотки, висят или что-то такое, и он летит, и босс очень долго идет, и попадает в такой момент снаряд, когда босс эвейдится, и, блядь, там ДПС по пизде идет очень сильно. Да босс эвейдится, согласен с этим, я вижу. Но с этим ничего не поделаешь. То есть я даже сам вижу, как тики печати уходят в мимо.
А это вообще нормально, что такая шляпа происходит с мобами? Типа, когда они двигаются, то есть вот там задом, допустим, пятишься, и они иногда, вот можно их так поставить, что он тебя нихуя не бьет, еще и вейдится. Это типа так и должно быть вообще? Я вообще тут, короче, одну херню заметил. Когда мобы сливаются в босса, и босс находится в движении, именно в движении, да, то есть некоторые нюансы урона по рейду не проходят. Но это не всегда, это в некоторых местах. О, слушай, а если ты босса там, ну или кто будет танчить, мобы будут к нему идти, и когда они будут уже очень рядом, их просто маленько замедлить, процентов на 50, там, тотемом оков земли или что, ну, чтобы они шли, все равно дошли до босса, а в это время танку поставить босса так, чтобы он был в эвейде. И то есть мобы об него ударятся, а босс как бы будет, ну, в эвейде, и может вообще тогда взрыва не будет и урона по боссу. Оно так и есть, в принципе, но просто тут не угадаешь. То есть тут такие минимальные эвейды, что ты не угадаешь место эвейда. Никаким образом. Нет, я имею в виду, ну, хотя бы, типа, шанс, то есть ты видишь, что там 4 моба в босса сейчас врежется, и их уже никто не законтролит, и ты просто босса начинаешь дергать, как пьяный, и может повезти. Уже некоторые белки уходят в эвейд. Мне надо вторая фаза посмотреть дебаф. Ну, уже получше. Что, давай чек на готовность, поехали. Уже как-то постабильная сила бездны присмотрели? Нет, в тени заходи. Все в инсте, там заходите. Че, курим еще или не курим? Да все, уже перерыв закончен. Да заходим. Сумонтик. Тебя ДПС. Нет, я не хочу стоять на месте, я просто хочу меньше бегать. ШП, меньше бегать, больше бьёшь. Смотри. Меньше бегать, это тебя вцелка. Вот так вот бьешь босса, допустим, он дергается, ты бежишь не вот так вот по большому кругу, а просто берешь и срезаешь к боссу вот так вот по этому кругу. Знаешь, когда особенно лужи перед лицом еще разливают, приходится отбегать и как бы делать большой круг. Просто побегай за мной. Я стою всегда сзади всего рейда и бегу за всеми, и никто мне никогда ничего своими лужами не закрывает. И все отлично. А рыба бывает? Поставил рыбу вроде. Знаете, еще одну. Казом здесь. Кирс. У нас ни у кого у ШП не вкачан отхил по группе. Это плохо. Не нужен. Ну. Очень мало хилит. Надо... По полу ляма нахиливает легко. Еще раз. Вага, монород, раздавак. Зато у нас захват духа вкачанный, плюс ДПС. Если полноценный хил нахиливает 5 лямов, там 3 ляма, а вы по пол ляма втроем, это существенная прибавка. Кирс, Вага, Сталин, Рот. ДПСа нам хватает, а вот от хила будет не хватать, будем дохнуть на птицах. Давай мы улучшим захват духа, перебьем. Получается, в этот победе. Еще раз. Где Кирс? Все нормально, не забредайте велосипед. Полина, Кирс. Тор тут. Японец, иди сюда, со мной побегаешь.
Да. Где Кирс? Да, даже 5 минут перекур. Я не удивлюсь, если этот рак опять уснул. В смысле уснул сегодня? Давай, Артем. Ну не знаю, я помню, он в какой-то день типа так же был перекурчик, а он уснул. Кир здесь? Уже 10 минут прошло. Кирс тут? Кирсгорн рак. Слакер. Казахи не дамажут. Наберите ему что-нибудь в дискорде просто. Либо можем все покричать. Сейчас попробуем наврать по телефону. Типа, я не знаю, как он так это играет. Да просто отошел, может, что-то... Да не отошел, я тебя отвечаю, он уснул. Сознание потерял? Далеко. Поэтому перекуры лучше не давать, да? Да, да конечно, его нельзя перекуры об этом говорить. Наушники снял и спать лег. Пошел на балкон, покурил, такой думает, ай, пизду, вайпаться с этими раками и спать лег, да? Хоть перифаза нормально получилась. Прогресс. Мозер, у тебя есть того номера, нет? Ты можешь ему позвонить? Ты что думаешь, в Казахстане все такие друзья, что ли? Нет, но они вроде бы обменивались. Набери ему. Блин, давайте быстрее, пока мне тут женщина всю квартиру не разъебала. Так ты по голове палкой дай, как в древние времена делать. Типа, Лёха, его нельзя наперекур отпускать, если что. Значит, с Кирсом будем развлекаться наперекур. Пока все курят, Кирс... Пока все курят, Кирс получает ГП. Слакерство. Печатает анекдоты в чате, да? Чё там, ничего не слышно? Пошлите пока в РСХМ трэш почистим там. Угу. Робота пока убьем, да? Или солярку? Где, блин, Кирс? Неужели? О! Да здравствует Элем! Так, все, давайте, поехали. Чекай, он сейчас отпирал. Во, это здесь? Пиздец, да. Все здесь, поехали. Дает что. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Каст. Thank you.
забираю босс. Ну с хило. Фаст. Пать больно прилетает по два. Моба. Дальних контроль. Два скрилости. Пойдет. Все, че, когда? Одного там за контроль тебя забери. И четыре. Все, пускай остальные бы. Каст идет. Пускайте-то без бана. Нормально, пускайте. Заебись. Рот не пробовал ты? А у меня закончился. Заебись. 250. Я ж тебе сказал, попробуй со мной бегать. Мобы. Твади, 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 твади. Я. Мне просто сверхнуло, ебал. Босса отведи, ты что делаешь? Да он упал. Ресу. Бафы дайте. Раз. Одиннадцать. Давай. Пускайте тех. Следующий норвлет заберет. Угу. Потом пусть норвлет. Мобы еще каст, каст. 5 мобов появилось. 2 в контроле, то все. Стейдут. Стейдут, не держите их в контроле. Как это? Будешь готов, то выбирай. Каст. Великие. 5-4. Капли есть? Давай лужу. Я сейчас так-то спаду заберу. Тахить. Все забираю. Классно. Моба. Блять. Тихонько. Помоги. Три стака уже, осторожно. Лопайте, лопайте. Ага. Возможность будет забить. Каст, 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 каст. 5 секунд. А, там рулет сейчас. Веди рулет. Веди, 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 блин. Живем, живем. БР, если можно. Все оба взорвали, последний остался. Че? Че по девкам на рулет? А, дай БР. Короче, каст, каста забираю. Каст идет. Жнан, по мне, ты рядом стрижешь, я за тобой. И бежали, стопали по боссу. Капли есть? Мобы сейчас будут.
Моба взрываем, только тогда будем босса приводить. По чуть-чуть моба. Я убил зубы, есть? Зубера у меня нет. Ага. Контрольте, ну. Все, переводите босс. Сейчас секунду эти два дойдут. Фаза сейчас. Берем. Захильтесь на фул. Падение, сейчас упадут. Упадут, ага. Потом только наверх, пошел луж. Да кто стоял? Хильте. Д4 дал. Пошли. О, ебать. Ну давай посмотрим, что тут. Ну тут прям разлили, жестко. Дебафы и скрины. Сейчас я поснимаю, что тут. На стрим зайди, Лёх, пока мертвый. В дискорде. Я так. Так, уголь. Дебафы и скрины. Слабость на втором теперь. Поменялись. Слабость второй. Таном сбил. Рассеянность первый. Усталость третий. Ярость четвертый. Четвертый ярость. Ага, сбейте, попробуй. Да, сбивается. Вот ярость не сбивается. Станом только, да. Меня моб убил. Типа дебафы называются, чтобы я писал... Меня убил моб. 5 знаков. На первом я каз сбил, на меня никакой дебаф не повесился. Они поменялись, короче, да. Да, они все рандомные. Да. Порядок стал другой. И, кстати, я что хочу сказать. Вы сказали, если будет куча этот фениксов, доджей на первой фазе, потом они что, идут к боссу и взрываются, и пиздец. Они не к боссу, они уже идут вот к этим маленьким. Вот сейчас хочу сказать, а сейчас что было? Они пошли в центр, просто там встали и потом пропали, и все. Ну, по идее, у тебя должны лужи пропадать, а эти, получается... Маленькие, да, которые на первой фазе входят, они должны идти вот к этим четырем. Нет, они пошли в центр к боссу, который был висел в центре. Они постоянно. В каждом фениксе вот до четвертого. Забивается только стоит. Так. Это получается крик феникса, да? Каст называется. Я не знаю, там просто последнее слово усталость, слабость, а первый я не помню. А. Короче, если сбивать эти косты, тогда получается, что вот эти дебафы на вас вешаться не будут. Если то успеть, есть, да? Смотри. Короче, 4 феникса. Вот. Каждый кастует свою способность, правильно? Если на каждом бить эту способность, этот каст, дебафы на повышение там агро, блять, на повышение на минус физический урон, на минус магический урон, а их не будет. Так заебись тогда, их надо просто на тапках сбить и все. Вам не надо будет, тогда получается не будет этих дебафов, будет только эфир. Который каст не сбивается, на котором надо 1.5 секунды отвернуться от феникса и все. Плюс, кстати, вот, как я посмотрел сейчас, оно получается как? Все фениксы, усталость, вот эту вот всякую хуйню, они кастуют на всю комнату. То есть, если хоть на одном фениксе не сбивается, естественно, что происходит? Вайп. То есть, сонареет 5 на 5 человек в рейде кидается от этого феникса вот эта всякая хуетень. А так фениксы сами безобидные. А все записали эти дебафы? Видео надо было. Ну там посмотреть. Там, блядь, посмотрим. Вот, я тебе сейчас скину аддончик. На сегодня все, если что. Дебафов не было, да. То есть был только один дебаф, получается, который... А вот я так понимаю, первый феникс, его должен танк танчить. Вот это вот то, что Полина линкольнула, да? Вот Амстак и выброс пламени получается. Ну вот этот, который ярость, короче, он докастовал и бил почти под 40 ракет по мне. Передние в дискорд во флудилку, скидывайте. То есть,
Нужно, знаешь, скорее всего, нужно даже не играть не по первому, да, который появляется, а выставить приоритетность. Ну, типа, мы убиваем сначала ярость, там, слабость, рассеянность и так далее. Они как-то не появятся. Рядом в мелизоне с этим фениксом никого нет. Он выбирает ближайший был. Ну, блядь, вы же все равно танков расставили, разве нет? У каждого этого феникса. Там, чтобы там сбивать. Какого-то говорили, что типа не будет танка. Ну, надо, чтобы там стоял кто-то в мелизоне или кто может держать там его тычки. Понятно. Вот, видишь, удар пламени монород линканул. Это если ты в миле стоишь, он ударом пламени по тебе бьет. Если ты стоишь, если рядом с фениксом вообще никого нет, он начинает вот этим то, что Полина убила. Понял. Пламя. Ага. Но все равно, возможно, очередность какую-то нужно будет поставить. Ну, приоритетность, точнее, которого нужно первого сливать. Я из всего этого хуйни, что мы здесь провели, я понял только то, что они, сука, рандомные, что разные места могут иметь эти. Да. Еще я понял, что их сбить надо, блядь. И вообще, а дальше я нихуя не понял, что будет происходить. Мне потом интересно, как мы будем контролить этих фениксов, потому что мы будем стоять близко к этим птицам, и элементали тоже будут близко к птицам респиться. И хз, мне кажется, что-то... На максимальном ранже, типа, я не знаю, милики отбегать. И, кстати, я вот сейчас подумал, я почитал, чему народ линканул удар пламени, то есть стоит танк около феникса, получает эти тычки, они стакаются, то есть ему, по сути, надо меняться с кем-то. То есть, блядь, если это они... надо 8 танков ебать. Не, просто он будет заливаться. То есть, вот там сколько там, 25 лямов? Сколько мы будем 25 лямов здесь? При ДПСе, типа, сколько у нас было сейчас? Ну, типа 300 тысяч. Ну, если мы все вместе будем вливаться в одного, но... Если все вместе в одного, то как бы вариант. Ну, типа, смотри, даже вот если... Ну, сейчас был ДПС 300 тысяч, даже если будет ДПС 250к, нам нужен сколько? Нам нужно его бить 100 секунд, получается, правильно? Типа, 1.5 минуты. То есть, по цифрам, феникс должен падать за 1.5 минуты. Ну вот и посчитай, сколько стаков будет на танке. Он до 100 раз стакается. За 7 минут это один вызов мобов будет. Не, ну 1.5 минуты, типа... Не, я не про мобов говорю, я говорю про стаки, которые будет феникс вешать на танка, как вешает феникс на первой фазе, который бьет там. Ну в идеале... Типа, в идеале, Лёха, да, нам нужно делать как? Получается, вот первый феникс, да, вот только, получается, там назначены люди, это танки, да, там танки, там один или два хила бегут сбивать каст, да, грубо говоря, а все остальные идут и сразу херачат феникс, чтобы они в таймер, когда падают, получается, ну, два раза перекидаются, типа, моб должен же сливаться, чтобы правильно, чтобы потом эти... Ну, эти элементали шли ко второму фениксу. Тут надо еще понимать, что этот большой каст надо сбивать под конец. Чтобы никаких кастов между ними не было. А начисление было ЕПЭ? Я не начитал, завтра начитал. А, так вот, и что еще там, так... Монород, а ты говоришь, мало бьет Феникс, а сколько висит дебаф, ты не смотрел? Сделайте скрин рейда, как он будет начислять? Зачем скрин рейда? Если скрин вон в Дискорде есть, Монород линковал. Лёха, такая есть идея, не сделать как на профе количество стаков, чтобы там примерно на определенном количестве стаков или по времени там типа предупреждать. Да нету в этом смысла. Нет, для танков нету, танки только сами. Там по времени, если будет в 4... Танк там отслеживает. Я просто пока сейчас сидел, смотрел, я сделал предупреждение стаков супернова, то есть если как только... Третий стак суперновый ебашит, у тебя влезает предупреждение, что третий стак. Это, короче, как по типу на синдре освобожденки. По той же логике. Угу. Да, можно и на танках. Я так понял, между стаком 4 секунды есть.
на этой хуйне, блядь, на танке. Ну то я бы мог, к примеру, от 8 там или 10 стаков на танке. Я к тому, что было 10, как на профи. 5, с пула прошло, получается, 40 секунд. Получается, у меня 4 секунды плюс стак. Короче, с каждым днем прогресс чувствуется, так нормально. По крайней мере, научились переводить на фазу без потери особо. Единственное, кого-то могут потерять, это меня. Кстати, по-моему, есть такие банки в алхимии, которые скорость бега повышают там на 15 секунд. Есть. Зелье скорость называется.